Добрый вечер, добрый вечер. Не хотелось бы никому портить праздник, но тем не менее в эфире программа «Закрытый показ». Я старый год уже проводил, поэтому смелости мне не занимайте. Сейчас вы услышите такое, на что не решились даже ребята из WikiLeaks. Долгие годы коварный Голливуд вынашивал планы идеологической диверсии. Пока нас отвлекали с вами на Гарри Поттеров и всяких аватаров, в подпольных лабораториях Голливуда делали ремейки выдающихся советских фильмов. Безграничный цинизм, нечеловеческое коварство и вместе с тем удивительно глубокие культурологические познания — вот что понадобилось мне, чтобы вскрыть их коварные планы. Ну что ж, давайте, наконец, посмотрим наше советское кино в их голливудской упаковке. Мне все это не идет. Мне не следовало всего этого надевать. Если все это безвкусно, я могу снять. А вам не кажется, что ваше место возле параши? А ты кто такой? Родственник. Генеровый родственник неопоня. Рубль должен был. Два. Два! Два! Не считайте до обеда советские газеты. Но ведь других нет. Вот никаких и не читайте. 10:00. Форматурного склада. Шофер выслали. А деньги? Шмотки? Готово. 100 гесьена. Место я знаю. Это я удачно зашел. Красота-то какая! Лепота! Что это? Каша, что ли? Овсянка, сэр. Мама, моя Надя приехала. Софья! Не предскажешь беду. Сзади. Я туда взяту. Что такое, дорогой? Птичку. Жалко. Днем победы, днем аптеки, а я в кино и стала мать. Так значит, завтра на том же месте тот же час. Одно замечание. Как бы качественно не было сделана голливудская подделка, отличить ее всегда можно по одной фразе. Никогда америкашки не напишут эту фразу верно. Фраза следующая. Фильм снят на пленку шосткинского производственного объединения «Свема».